Привет, я Галина Ильина, мейкап-эксперт Oriflame. Сегодня я покажу, как делать стойкий макияж, а затем мы проверим его на прочность влажностью, высокой температурой и светлой водолазкой. Главные продукты, которые я буду использовать – праймер для визуального уменьшения пор, стойкая матирующая тональная основа и закрепляющий спрей для макияжа. Сначала нанесем праймер. Он выравнивает кожу и дает лучшее сцепление с косметикой. Распределяй его прямо пальцами от Т-зоны – носа, лба и подбородка – к периферии лица. Затем нанеси стойкий матирующий тон. У него легкая текстура, при этом он прочно держится на коже и маскирует ее недостатки. Кстати, так как мы нанесли праймер, тона понадобится меньше. Немного выделим глаза. Для этого подкрутим ресницы у основания, а ресничный контур подчеркнем подводкой. Полимеры в составе повышают ее стойкость, так что для нашего макияжа это лучший выбор. Чтобы линии были ровными, веди их плавно, без рывков. Тушь наносим зигзагообразными движениями от самого основания ресниц. Брови сначала прочесываем по росту волосков, а затем выделяем водостойкой тушью для бровей. Она добавит им цвет и надежно зафиксирует форму. А теперь нанесем на все лицо закрепляющий спрей. Он легкий и совсем не ощущается на коже. При этом создает на ней защитный слой и повышает стойкость макияжа на 8 часов при любой погоде. Готово! Теперь ты знаешь, как создать образ, в котором ты будешь чувствовать себя максимально уверенно, ведь его совсем не придется поправлять. А теперь проверим, выдержит ли макияж наши испытания. Распылим на лицо воду и посмотрим, устойчив ли макияж к влаге. Теперь поддадим жару и узнаем, не потечет ли мейкап при высоких температурах. И еще один коварный тест. Наденем светлую водолазку и проверим, останутся ли на ней следы от мейкапа. Впечатляет! После всех испытаний макияж остался безупречным. И это благодаря лишь трем продуктам – праймеру, матирующей тональной основе и закрепляющему спрею. Теперь ты уверена, твой макияж будет выглядеть идеально в любых условиях.